27-летняя певица считалась скромной девушкой. Однако сегодня Юлия Проскурякова решилась на смелый эксперимент. Супруга 60-летнего композитора и певца Игоря Николаева порадовала поклонников необычной фотосессией. Юлия, которая в последнее время заметно похудела и пришла в отличную форму, обнародовала снимки в купальнике с экстремальным вырезом. Ее пляжный образ завершили солнцезащитные очки в модной круглой оправе и стильная светлая шляпа. Супруги после новогодних праздников отправились на отдых в Майами, где у них есть недвижимость. В США живет старшая дочь Николаева Юлия. Молодая жена исполнителя прекрасно ладит с ней. Для семьи это редкая возможность воссоединения. Старшая дочь Игоря обожает сестренку, трехлетнюю Веронику, и осыпает ее подарками. Проскурякова рассказала, что их отпуск подошел к завершению. Певица опубликовала видео с самыми яркими моментами их путешествия. Юлия также показала нежные фото с дочерью и мужем на пляже. Вероника с удовольствием купалась в теплом океане под присмотром звездных родителей. «До свидания, Майами. Мы будем скучать», — заверила Юлия. Недавно Игорь Николаев отметил юбилей. Его трогательно поздравили не только нынешняя супруга, но и бывшая, Наташа Королева. Проскурякова призналась, что после рождения ребенка пережила сильнейшую депрессию, от которой ее спасли родные. В прошлом году супруги отметили фаянсовую свадьбу. Игорь эмоционально обратился к Юлии.